Дороги в Нефтекамске хоть и редко и некачественно, но все-таки ремонтируют. А вот о тротуарах для пешеходов забыли давно. Местами они есть, местами нет. А где-то тротуары практически отсутствуют. Люди вынуждены ходить прямо по обочинам дорог. Страшно. Оттуда я не могла пройти. Здесь тоже опасно. Сейчас думаю, мне до Пеликана надо дойти. Как? Все просят, потому что то брызги, то тут вообще плохо ходить. Образуется. А где мне идти? Сегодня в городе проще перечислить места, где тротуары есть, чем те места, где их нет. Или они нуждаются в капитальном ремонте. С начала года в городе отремонтировали всего один тротуар по Комсомольскому проспекту. Ну, в этом году мы отремонтировали только тротуар по улице Комсомольской, где плиты лежали, корни выступили. Невозможно было колясками ходить. Мы корни убрали и по новой плитке восстановили. Остальные улицы только в планах. В настоящий момент на эти цели в городском бюджете денежных средств нет, говорят представители администрации. Следующий год для Нефтекамска юбилейный. И, возможно, к этому времени тротуары в городе все-таки сделают. Ольга Шайнурова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».